Саламатсыңар бы, жолдаштар? Саламат, болсын, жолдаш, башкер, болашер! Жаңы қонышыңар құтты болсын! Ура! 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 В такой торжественной обстановке президент Садыр Джапаров вручил ключ от квартиры сотрудникам ГКНБ. Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что органы национальной безопасности играют большую роль в установлении правопорядка, обеспечении безопасности в государстве и мирной жизни граждан. Сіздер терроризмге, экстремизмге қаршы күрешуді, жана өлкө өздүн аймақтық бүтүндүгүн сактоодо алдыңкы катарда болуп келесиздер. Вы находитесь в авангарде борьбы с терроризмом, экстремизмом и сохранения территориальной целостности страны. На вас также возложена ответственность за укрепление стабильности и правопорядка в обществе, борьбу с коррупцией и преступностью. Это сложные задачи, требующие нового подхода, современных знаний и искренней самоотдачи. Президент особо отметил, что происходящие в мире вызовы и угрозы современности требуют от чекистов большой ответственности и профессионализма. Атайын кызматтын кызматкерлерине өзгөчө суроо талап коюлат, ишеним артылат. В такой ситуации к сотрудникам спецслужбы в обеспечении безопасности страны предъявляются особые требования, повышается доверие. Современное решение социальных вопросов военнослужащих повысит стремление их и подрастающего поколения к защите Родины. Как отметил Садыр Джапаров, государство и впредь будет прилагать последовательные усилия по реализации программы обеспечения жильем военнослужащих. Также глава государства отметил, что в будущем жильем будут обеспечены учителя и медики. Как напомнил президент, вот уже как 2 года работает улучшенная ипотечная программа, в рамках которой есть соответствующая возможность. Арзан, жеткиликтүү ипотекалык батирлерди мугалимдер менен. В обществе высказываются различные мнения относительно жилья и служебных зданий для чекистов, о том, почему, мол, не выдаются учителям и врачам. Во-первых, если не обеспечены внутренняя и внешняя безопасность страны, то и квартиры никому не будут нужны. Мы знаем и видим это по событиям, происходящим в мире. Вот почему мы сначала обеспечиваем вас, чтобы вы тратили все свои силы и время на сохранение внутренней и внешней безопасности страны. Вы должны всегда помнить об этом. Далее президент Садыр Джапаров осмотрел квартиры нового дома. Новый жилой дом рассчитан на 306 семей. Одномоментно для сотрудников органов национальной безопасности такого рода многоквартирный дом сдан в эксплуатацию впервые. Его построили всего за 1,5 года. При этом стоимость 1 квадратного метра составила $300. Кундуз Кадатаев, Рескельдик Кукульбеков, Алатау 24.